Дека-дека. Вот это Ку, вот это Димитрас. А, Димитрас Ку. Вот это Ку, вот это DTS. А, DTS Ку. Димитрас Ку, DTS Ку. А, Димитрас Ку, DTS Ку. Митроскоп DTS Куб. И настал тот день, и настал тот час, когда нужно взять и вспомнить все, все, что ты забыл по игре Куб для ПК. Потому что это твою налево возвращается! Добрый вечер всем зрителям канала SLS! Доброго времени суток! Наконец-таки мы вернулись к вам, чтобы окунуть вас в омут сложнейших испытаний в игре Куб для ПК от Сергея Кисельникова. Это DTS Cube, и, собственно говоря, я Дмитрий. И да, я король просто ужаснейших вступлений. И вам, наверное, уже поднадоел этот Но не будем долго тянуть резину, а скорее пойдем, сядем за этот ноутбук и выиграем! Выиграем, постараемся выиграть 3 миллиона виртуальных рублей. Это DTS Cube. Меня зовут Дмитрий Трофимов. Мы начинаем! Погнали! Ну что же, мы готовы приступить к игре Куб для ПК. Да, мы готовы приступить к игре Куб для ПК, и пока вот нас не было очень долгое время, были кое-какие проблемки, о которых я говорить не буду, мы начинаем, собственно говоря, играть. Играть в ежедневные задания в эфире, мы как бы в записи, но все же. 4 октября мы играем, пробуем пройти ежедневные задания. К слову говоря, хочется сразу благодарность выразить Владиславу Федотову, который записал летсплей с раздолбаем. Я, кстати, на момент записи я его еще не видел, но если вы вдруг уже увидели, то ссылочка будет в описании на YouTube-канале SLS, и, собственно говоря, вот тут на экране тоже она будет, если вдруг она есть, конечно. Ну, давайте начнем, как обычно. Да не погубит нас товарищ Дмитрос, потому что Дмитрос делает летсплей по Кубу. Надеюсь, у нас получится с ним немножечко конкурировать в данном плане. Итак, мы начинаем игру Куб для ПК. Ну а мы пока что играем в какую-то игру под названием... фиг знает что это. Я все забыл, как говорится. Просто все подзабыл. Цветной подсчет, значит, нам нужно... Ага, в начале испытания, то есть... Если вот первый квадратик загорелся синим, я должен посчитать синие квадраты. Окей, хорошо. Вроде бы легкое задание, но посмотрим, что получится. Посмотрим. Красные 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. Ну, по крайней мере, я так посчитал. Yes! Первое задание пройдено. Замечательно. Просто супер. Это просто супер, ребята. Просто замечательно. 10 тысяч... виртуальных рублей.
К слову говоря, еще неизвестно, что там. Известно только то. К слову говоря, хочется сказать, что сайт Куба для ПК поменялся. Это thecubepc.ru. Собственно, ссылочка тоже будет в описании и под выпуском. Да, переехали они еще в июне месяце. Собственно, все новости там. А пока что у нас игра «Боковые линии». Офигенно. Я потерял уже на этом 3 жизни. Так, значит, за 20 секунд... А, за 5,5 секунд. Ох. Ну, давайте попробуем, потому что, кстати, пробной попытки тут нету в ежедневных заданиях, что очень ужасно, и упрощения нет. А, понял. Enter или пробел. А, пробел синюю линию убирает, Enter красную. Во, замечательно. Ай, блин! Быстро тут надо так, очень быстро! Ох! По кнопкам промахиваюсь. Ужас! Потерял сноровку. Ай, блин! 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 Ужас, одна жизнь. Сделал одна жизнь на одно задание. Вот ради вот таких эпиков и стоит смотреть Куб, DTS Cube, ребят, потому что вот ради таких эпиков и создается вот эта вся передача. Ох, количество. О, нет. Нет, ребят. Ребят. Знаете, это жесть. Вот это жесть. И тем более две жизни потерял, поэтому я заберу деньги здесь. Ежедневные задания — это не так страшно все-таки, потому что, ну знаете, я все-таки не собираюсь тратить деньги на вот... Не собираюсь тратить жизни на вот это... На эту жесть. Итак, значит, выполнено 2 испытания. Что ж, посмотрим, что будет дальше. А дальше мы войдем в куб. Наш любимый куб для ПК. Наш любимый виртуальный куб. А это наш любимый Дмитрос. Итак, первая игра на 10 тысяч рублей. Мост. А, да, я помню, что в лайве, вроде бы в лайве, да, я прошел эту игру вслепую, каким-то образом умудрился пройти все это, даже вот как-то да, 4 жизни потерял, а на 5-й вот, и сразу, может быть сейчас прокатит, кто знает. Ладно, посмотрим, что будет прямо сейчас. А, ну конечно, сразу не получится. Ну, естественно, но я почти прошел, почти, перебежал прям. Получилось! Вот я об этом и говорил. Я вот как-то быстро вот так по диагонали шлепнул тогда мышь, и все. Ну, окей, это легкотня. Это не читерство, окей. Это не читерство. Я не люблю читерить, и тем более мне нечем даже читерить сейчас вообще. Геометрия. Ух,
Ой, я ненавижу эту игру просто-напросто. Я просто ненавижу эту игру. Я потерял на ней 3,5 жизни. Но мы в нее сыграем. Так. Тут надо на кнопках. Так. Да, с такой мышкой тяжело. Собственно. Да. Очень тяжело. Четыре жизни уже. Теряю все жизни подряд. Ладно, оставлю такую мышку. Да. Мне тут больше нечего сказать, на самом деле, поскольку, ну, вот это, конечно, очень сложно. Тут нужна реакция быстрая. Но 4 жизни на следующие 5 игр. Да, 5 игр. Ну, я не знаю, смотря какие они будут. То есть, если там легкотня полнейшая, то, может быть, я и пройду. Но аномалия, ну, это уже посложнее, конечно. Тут надо память, вот просто память. Причем зрительную такую, очень такую хорошую память. О. Ну что же. Будем играть. Я не знаю. Честно хочу сказать. Но мне нужно быстро да, попара на их. Я не определил. Просто-напросто, поэтому я сейчас фейлюсь. Да. Я сфейлился. Поэтому я беру упрощение. Просто супер. То есть было 5 секунд, а сейчас 6. Как много. Ну да ладно. Может быть за эти 6 секунд я что-то увижу. 4, 4, 6. 6 есть. 5, 5 есть. 1, 1 есть. Так, 9. Есть у девятки. Может быть, тут 8? Как любят. Нет, восьмерка есть. 0, 0, 3, 7. 7! 7, точно! 7! И я сейчас пройду дальше. Да! Yes! Я увидел с первого. Да, с первого раза. Конечно, с первого раза, нет? Не с первого раза, увы, а с третьего или четвертого. Короче, это жесть на самом деле игра. 2 жизни, и я их проиграю в любом случае. Я в этом уверен. Поворот. Вот новый поворот. Та-та-та-да-да. А, слушай, вот это сложнее. Если мост, ну, лучше, вот, ну, мост проще, да, то, ну, вот, то это посложнее будет. Поэтому мы возьмем пробную, да. Да. Но была не была, мы и ту игру тоже боялись проходить. Что? Как? Как я это сделал? Ребят, просто тайм-код.
Как любит выражаться мой любимый летсплейщик Булкин, тайм-код, ребят, просто. Потому что это... Я пробную попытку профейлил, а это ж... Окей. Определение. О, ну это вообще легкотня, ребят. Вот прям, знаете, вот камбэк и такое, если сразу 7 игр, вот это будет супер. Вот сразу, если вот камбэк такой и все 7 игр я пройду сегодня, то это будет супер. Просто, вот отвечаю. Итак, а мы идем играть в определение. Конечно же. Но две жизни, помните. Окей. Мы идем играть. Ну так. Похоже чем-то вот на эту. Просто легкотня. Следующая игра на 1,5 миллиона рублей. Ой, вот это сложнее уже будет. Но знаете, две жизни. Если это можно будет как-нибудь пройти. Упс. Я случайно закрыл. Итак, мы вернулись. Итак, одну жизнь я потерял. Но мы идем играть, мы рисковые люди. Я хочу просто совершить камбэк. Вот это будет замечательный камбэк. И 280 тысячных секунды, 28 сотых, я не должен превышать. Пробел на кнопку. Но я превысил. Да, я превысил. Как? Вот это просто жесть, ребят. Вот честно хочу сказать, я не ожидал. Вот прямо сегодня вы видите это. Либо сегодня, либо на следующей неделе. Скорее всего, сегодня я пойду вот на эту игру. Седьмая игра на 3 миллиона рублей. Геометрия. Что? Как? Опа! Что? Чё? Лешего! Пять кнопок. Какого лешего мне подсунули геометрию? В общем, ребят, не буду я сегодня ее проходить. А вот пройду ли я ее? Возьму ли я ее? Буду ли я играть в нее? Вы увидите на следующей неделе. Ну что же, друзья, это был камбэк. Я дошел до 7-й игры. А вот возьму ли я эту попытку? Сыграю ли я в эту 7-ю игру? Вы узнаете уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Трофимов. Это был DTS Cube. И мы увидимся с вами уже на следующей неделе. Пока!